Мои две песни — это два совершенно очень старых хита Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. И когда я их услышал, я не вспомнил их. Думал, что я буду делать? Ну, как всегда, учить. А потом, когда я понял, что это за песни, то я понял, что мне очень повезло. Концерт давно окончен. Александру Панайотову, напротив, досталась песня с очень сложной мелодией. Но он выглядит так, будто долго ждал этого момента. Хочется верить, что песню из репертуара Аллы Пугачевой «На бис» он сможет использовать как неплохую возможность продемонстрировать свои вокальные данные. Бис — это есть микрофон. Высшая похвала, высшая награда. Кому? Публике. Значит, ты поешь. Это последний бой на бис. Это последний бой, он главный. Это есть драма. На бис — это драма. С плюсом и минусом. Драма. Похвала, трагедия, драма. Сыграй эту историю. Саня, вот можно сказать, сейчас жесткую вещь, да, но, по-моему, она очень правильна. Вот представь себе ситуацию, голосование, да, и ты выходишь, да, ты пролетаешь, да, и тебе дают последнее слово, да. Вот знаешь, когда говорят, теперь вот можете попрощаться. Вот по состоянию должна быть вот это состояние. Ну, да. Не красование самим собой, да, вот своими нотами, а вот это вот состояние, да, вот когда вот все, тебя выгнали, и вот ты последнюю песню поешь. Вот так, по-моему, вот такое должно быть состояние. Да, да. Вторая песня, которую предстоит исполнить Александру в следующем большом шоу, тоже потребует от него серьезных усилий. Возможно, Борис Моисеев порекомендует ему пару красивых ходов. Небо и земля, небо и земля, так же неразлучны будем ты и я. Алла Академия, Филя уже Академия. Немножко академизма хочется уже такого, с хорошей позиции. Такой метр. Да, это уже все видели. Скажите, красивый, интеллигентный, умный, образованный, ухоженный, молодой человек. Хорошо. Коктейль. Коктейль наслаждения. Получите от меня коктейль наслаждения. Ты должен сделать так, чтобы все безумно напились твоего коктейля. Твой коктейль должен понравиться. 2 метра пить, серьезно. Его репертуар, который он получил, есть огромный и главный экзамен для него дальше, его жизнь. Я ему желаю огромных успехов и хочу, чтобы он был всю жизнь такой напористый, целеустремленный, актер-победитель. И дай Бог ему побеждать. И быть, наконец,